Здравствуйте! В этом видеоуроке мы рассмотрим с вами, как создать новый видеопроект в программе Adobe Premiere. Для того, чтобы создать новый проект в программе Adobe Premiere, кликаем по ссылке File, New, Project. Здесь мы видим две основные вкладки: General и Scratch Disk. В вкладке General мы видим такие опции, как Action and Title Safe Areas. Это значит область нашего видео безопасная. Далее мы видим такую опцию, как Видео. При раскрытии есть такие подвкладки, как Time Code, Fit Frames. Fit Frames 16 мм, 35 мм. Также Frames. Аудио. И последняя вкладка — это Capture. DV и HDV. Здесь мы видим название нашего нового проекта. Напишем New Video. По умолчанию он предлагает нам сохранить наш проект на диск C, папку Document and Setting. Я не буду туда сохранять, потому что диск C бывает часто заполнен другими программами. Вот. И может переполняться, если у нас будет там много проектов сохраняться. Я поменяю папку «Новое видео». Если мы кликнем по ссылке Scratch Disk, тут вы видите, тоже поменялось. Место, куда будут сохраняться наши Captured Video. Captured Audio, Video Previews, Audio Previews. Далее мы кликаем по ссылке по кнопочке ОК. Здесь мы видим новое окошко, которое содержит следующие пункты. Sequence Presets, последовательность пресетов. General. Во вкладке General мы видим Editing Mode. Editing Mode. Time Bus. Frame Size. Display Format. В пункте Audio мы видим Sample Rate. Частота в герцах. Поставим поменьше, 32 тысячи. Display Format. Следующее у нас Video Previews. И у нас есть еще такая, можно поставить галочку на кнопочке, Maximum Bit Depth, максимальная глубина видео. Sequence Name. Пусть останется Sequence 1. Далее вкладка Tracks. Видео 3 Tracks. Stereo. И после того, как мы выполнили все настройки, нажимаем вкладку ОК. И у нас создался новый проект с настройками, которые мы задали. В следующем видеоуроке мы с вами рассмотрим, как сделать оптимальные настройки для видео, для загрузки на YouTube. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, пожелания. И удачи вам в монтаже видео. Всем пока!